Друзья, у нас перерыв. На самом деле сейчас нет перерыва, я вас выцепила прямо во время разгара Monster Stack, главного турнира, Colossus, суперхайроллеров. Что вы играете? Во всех играл, во всех вылетел. Отобрался в мейн через сателлит, вылетел. Спустя, наверное, 3-4 раздачи мне зашли короли, оппоненту зашли тузы. Ну, такое как бы. Это очень больно. Да. И вот сейчас попробовал, полудил немножко в сателлитах. Ну, тоже неудачно. Ну, потому что лудил, наверное. Но все равно буду, я не сдаюсь, буду биться. А расскажите, откуда вы приехали? С Москвы. Вы бы видели, но сейчас оператор чуть не прикончила. Саша, ты страшный человек. Так, из Москвы. Да. Я до сих пор под впечатлением от этой кровавой сцены. Ну, это надо было заснять просто. Это же, вы же экшена ждете, да? Надо было... Эльдар, да. Ты играл онлайн сателлиты? Да. Мейн-эвент вот прошел. Mm-hmm. Колосс последний день провалил. Ну, тоже сыграл. Моя ошибка как бы. Ну, в целом, в принципе, доволен собой. Скажи, а для тебя что-то значит награда кольцо? Или тебе главное просто приз? Не, мне приз не нужен, мне только кольцо. Я достаточно готов отдать приз кому-нибудь другому, кольцо отдать и все. Слушай, это просто замечательно, что ты так отвечаешь, потому что только что к нашей рыжей Оле, к нашей модели, подошел один парень и говорит: меняю кольцо на твою одежду прямо сейчас. Он та рыженькая. Да, он твой Оля. Это, наверное, я был, нет? Оля, это он был? Это он? Она не помнит, их было так много. Я ей тоже сказал то, что я готов ей кольцо подарить. Как это мило. Слушай, на самом деле я и хотела спросить, а на что ты готов поменять кольцо, но тут помимо одежды Оли, прямо в эту минуту и секунду. Не, ну я не на одежду Оли, кстати, хотел, а на кепку, потому что мне дали толстовку, а кепку говорят, выберите что-то одно. Я говорю, ну хорошо, кольцо-то поменяйте на эту кепку. Она говорит, кольцо приносите. Понятно. Пойдемте, я вам... Из-под полы достану кепочка. Пойдемте. Мы пошли. А нас заснимут? Ну, как могут и заснять, делать? Чтобы не думали, что это развод какой-то. Я реально... Просто стойте здесь, держите микрофон. Давай. Ждите. Можете пока расскажите что-нибудь. Стихи. Не, ну я расскажу о себе немножко. Так как я уже сказал, я из Москвы. Представляю клуб «Покер 52». Это я в нем являюсь основателем этого клуба. Вот, занимаемся мы развитием покера в Москве, вот, немножко трудно, но стараемся как-то это дело двигать, новичков учим, обучаем и сюда вот в такие места засылаем, вот, она не обманула. Не обманула. Так, расскажите что-нибудь о себе. Главное, надо было изящно зайти. Меня зовут Мария. Да. Я журналист Poker Club Management, известной транснациональной компании. Есть такое слово? Знаете вы такую компанию Poker Club Management? Конечно. Класс. Конечно. Вот, я живу в Москве со своей собакой. Моя собака ведет дневник, очень популярный. А можно подписаться да, на вас? Да, давайте. Телефон. Договорились. Спасибо. Отдайте микрофон. Все. Респект, уважуха. Увидимся. Делайте хорошее дело. Класс. Удачи. Спасибо.